Доброго времени суток, с вами Волколак. В общем, на днях сходил я в кино на Терминатора 6. Давно я не был в кино, наверное, лет 12. Где-то так, примерно. И, блин, я не знаю, это... Я не пожалел, что я сходил, но... Франшиза Терминатора еще глубже находится в самом темном месте, чем после выхода Генезиса. И проблема этого фильма даже не в современных трендах, хотя они тоже отчасти виноваты, но, блин, так уж получилось, что в Голливуде у всех крыша поехала.